В среду в Самарской области будет пасмурная и малооблачная погода без осадков. Дневная температура воздуха -13, -16 градусов, ночью 15-17 ниже 0. В Сызрани пасмурное небо, днем -13, ночью до -15 градусов, ветер южный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, днем -13 градусов, ночью 14 ниже 0. Ветер южный, 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, температура воздуха днем -16, ночью понизится до 17 мороза, ветер южного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.